Это вторые молодежные игры по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному выбору. А вообще спартакиада по полной программе. Сейчас за моей спиной проходят соревнования среди летающих лыжников в рамках второй спартакиады среди молодежи. Впервые в этих соревнованиях участвуют девушки. Как давно занимаешься этим видом спорта? 3 года. И нравится? Не страшно? Очень, очень нравится. Сначала начинают прыгать с маленьких трамплинов, затем побольше, побольше и на самые большие. А на соревнованиях часто участвуешь? Как только, так сразу. Сколько лет занимаешься? 4-й год. Как решилась, почему именно выбрала лыжи летающие? Ну, я выбрала чисто случайно. Просто пошла сначала на беговые лыжи, а потом меня поставили на трамплин. С этого трамплина какой лучший результат был вообще? Знаешь? 58-57,5, что ли. Спартакиада закончится 12 числа. 12 числа наши гости разъедутся. А с 4 марта по 12 марта будет у нас же лыжный двоеборье.